Всем привет! Сегодня запекаем мясо в духовке. Для этого мне понадобится чернослив, соевый соус, масло, свинина, 4 зубчика чеснока, горчица обычная, горчица в зернах, сланская соль и домашняя аджика, которая готовится без варки, с чесноком, перцем и грецкими орехами. Если такой аджики нет, то обязательно попробуйте приготовить. А если нет времени готовить, тогда можно использовать любые специи для мяса. Мясо я помыла, обсушила полотенчиком и теперь нарезаем. Делаем как бы книжку. Режем не до конца. Так, отставляем пока в стороночку и займемся самим маринадом. Чеснок, горчицу, аджику, соль, растительное масло, соевый соус. Все это перемешиваем. И теперь этой смесью полученной промазываем мясо со всех сторон. Я выкладываю 2 слоя фольги. Сверху по шву кладу еще один слой фольги. Теперь мясо, чица. Берем промытый чернослив. Замачивать его не надо. У меня есть замороженная веточка базилика, вот она без листочков, листочки отмерзли и попадали. И просто для аромата я вот так вот кладу одну-одну с одной стороны и с другой стороны. Если есть веточка розмарина, то обязательно добавьте. Плотненький у вас должен получиться. Я его сразу перекладываю в ту емкость, в которой и буду запекать. И в таком виде убираем в холодильник. Убираем на ночь, можно убрать на сутки. Но хотя бы часов 5 мясо у вас должно обязательно полежать и промариноваться. Оно станет намного сочнее, нежнее и вкуснее. Мясо промариновалось и отправляем его в духовочку. Духовочку заранее разогреваем до 220 градусов, и мясо будет готовиться при такой температуре 10-15 минут. После чего снижаем температуру до 180 градусов и готовим до готовности. На каждый полкилограмма мяса готовим 30 минут. То есть, если у вас 1 килограмм мяса, то время приготовления мяса будет 1 час. Для того, чтобы мясо приобрело красивый золотистый цвет, мы раздвигаем вот так вот фольгу и ставим под гриль минут на 10.